Там уже 40 человек. Да? Да. Здравствуйте, друзья. Сегодня наша тема – страх перед масляной живописью. Если у вас будут возникать свои вопросы или свои впечатления о своем страхе, пишите в комментариях или там в чате, да? Угу. Вот. Надеюсь, что-то удастся рассмотреть. И начну я, наверное, с главных вопросов, которые вот часто приносят на очные уроки, ну или ВКонтакте там где-то спрашивают. Что вот был негативный опыт общения с учителем в школе или педагогом в училище художественном или еще где-то. Вот, и как бы, как теперь, ну, что типа слабенький, это не твое и прочее, ну, как обычно бывает, что. А то и просто грубили, уничижали, унижали. И, конечно, это для многих психологическая травма из детства. Вот. И очень много этих людей приходят на уроки и, в общем-то, так быстро преодолевается этот затык, что, я думаю, даже если общаться с видеопродуктом, вот этими видеоуроками, которые существуют, этот затык должен быть преодолен минимум, потому что вас никто не обидит и не оскорбит. Но что-то были какие-то мысли хорошие на этот счет, вот по этому вопросу. О том, что многие люди даже благодаря этому страху быстрее развиваются. Не, это в другом контексте. Вот, ну, если маслом никогда не пробовали, допустим, да, то, в общем-то, масло это самый лучший материал для того, чтобы работать в живописи. Причем вы же, наверное, заметили, что картины маслом часто, ну, совершенно как бы абстрактные, иногда нарочито примитивные, кубики, квадратики, треугольнички, просто каша, масляная каша на холсте застывшая. А тем не менее, то, что происходит в масле, оно ценится. Вот все тоже в других материалах, и хоть выбрось. А масло, если оно сделано со вкусом, любая мазня, сделанная со вкусом, даже если у вас совсем слабые возможности изобразительные, но сделанная со вкусом, а что значит со вкусом? Это значит, что если вы замешали и видите, что вот этот кусок красивый, вот этот ничего, и даже слабые изобразительные возможности, но проявленный вкус, и это уже вещь, это уже картина. Ну и тем более, что вы заметили, что современная живопись как раз мазню предпочитает, но мазню, сделанную со вкусом. Тут есть такое странное свойство у мазни. Мазня со вкусом предпочтительнее, особенно западному потребителю, чем профессиональная сделанность. Поэтому тут уж бояться вообще нечего. Мало того, чего бояться, если то, что вы рисуете, не напугает ни ваших близких, ни соседей. Это тот же принцип: не нравится — не смотри. И одно дело, вы на трубе вдруг будете играть или барабан начнете осваивать, и всем будете докучать этим. А тут, ну, никому же не мешаете. Поэтому, на мой взгляд, даже если были такие травмы, может быть, даже и восстать на эту травму. Но вот надо сказать, что вот сегодня мне, ну, был урочек, и мне одна ученица показала работу ее сестры, которая всю жизнь боялась рисовать. Она там вяжет эти, как это, шитье вот это вот. Делает шитье, как оно? Макраме? Гладкое шитье, или как оно там? Сейчас модно многие делают. Ну, в общем, шитьем занимается. И никогда не училась ни в художественной школе, ни в училище. И тут она по моему уроку с подачей сестры говорит: так попробуй, ну попробуй. Ну вот я вот целыми днями пишу, попробуй. И она попробовала. И так она так скромненько, сестра, ну, та, которая, собственно, была на уроке, решила показать, и так скромненько, ну вот. Но работа идеально сделана. Вот
Если б я эту работу бы подписал бы, мне было бы стыдно. Настолько внимательно и с чувством пропорции, и с чувством тона. Ну, все чувства художника были проявлены. Ну, 2 дня она ее писала, эту картиночку. У многих из вас она получилась, действительно, как бы благополучная для новичка. Какой может быть после этого страх? Какое может быть потом какое-то угнетение из юности или детства, даже если... Потому что вот человек боялся, стеснялся, попробовал, все получилось. И я уверен, что следующие работы будут на таком же уровне восприятия и внимания к задаче. Второй вопрос, который часто задают... Сейчас, я его записал. Без очков. Я уже такие вопросы не вижу. А как перейти с акварели на... Ну, кто-то рисовал акварелью, кто-то любил графику, кто-то любил акрил, темперу. Но масло – это всемогущий материал, который может вообще все. Оно может и акварельно, и темперно, и графику может масло. Особенно, когда мы берем мастихин, становится понятно, что проявление выразительнейшей графики запросто. Поэтому надо просто посмотреть, как этим веществом пользоваться. А это вещество, оно как пластилин, оно очень удобно. Просто надо увидеть, как этим пользоваться. Распробовать его вот... Либо на мастер-классе с каким-нибудь художником, просто увидеть. Вот, и будет все хорошо, будет открытие за открытием. Причем, в отличие от других материалов, опять же, где, ну, как правило, все остальные материалы, они несколько графичны. Там надо уметь рисовать. Вот такое свойство у тех других материалов, что там надо уметь рисовать. Вот хочешь, не хочешь, а надо уметь. А в масле... Надо иметь вкус. И можно, не умея рисовать, делая мазню, как бы вот явную мазню. Но мазня, сделанная со вкусом, это равно шик. И, кстати, очень многие стали это понимать здесь у нас в России, потому что у нас долгое время к этому не было вообще никакого отношения. Мазня и мазня. А Запад уже различил, вообще мировая... Цивилизация различила мазню со вкусом от мазни мазней. И последний вопрос был: страх перед профессиональными художниками, чувство букашки в профессиональном сообществе. Да, есть такое у многих, стесняются без меры. Я вам скажу, хорошо покупаются именно вот новообращенные в живописи. Потому что... Профессионалы болеют страшной болезнью. Работа без души, работа без любви. То есть он пишет, потому что надо писать. Очень много профессионалов болеют этой болезнью. А художник начинающий, он еще так влюблен в этот материал, в этих красок, в это чудо вообще изобразительного творчества, что... Люди это видят и отличают их работы, и отмечают их работы как предпочтительные, чем четко сделанные. Мало того, вот эта четко сделанная сейчас живопись часто и критиками, и вот той средой, которая способна покупать живопись, она как раз так, ну, относится к этому. Без интереса вообще. Не только потому, что... Цивилизация хочет разрушить что-то, да, в нас и вокруг нас, но и потому что вот такое заметное различие между формальным и, ну, как в поэзии это называется, графоманством и с текстом с душой. Вот поэтому мне кажется, что бояться профессионалов, и вообще их надо избегать.
они и сами живут как часто, как пауки в банке. Они друг на друга оглядываются, они там вместе закончили институт, они потом отвечают за свое поведение дальнейшее. И те из них, кто вырвался к успеху, это предмет критики такой, что... Ну, кроме некоторых. Понятно, что полно исключений, но все-таки основная тенденция, это если кто-то вырвался из... Ну, скажем, да, вот многие панически запрещают себе мастихин, работать мастихином, потому что их столько лет штудировали на кисть, и тут вдруг мастихин. Ну, или обильный мастихин, да, так кое-что там мастихином можно. И они стесняются выйти с мастихиновой живописи, типа, уже пошла деградация. Вот, поэтому с ними очень тяжело. И их надо поменьше слушать. Я вам скажу, что любой профессиональный художник придет к другому профессиональному художнику и столько увидит ошибок. И, как правило, и видит, и они поэтому и общаются, что, может, он мне что-то подскажет, потому что на своей картине плохо видно. А когда приходит другой зрячий, он зрячий у того, а этот зрячий у него, для него. То есть зрячий другой, не автор картины, сразу видит ее слабые места. Вот. Поэтому художникам рекомендую повернуть картину к зеркалу, посмотреть там, вообще перевернуть ее и посмотреть на нее как бы со стороны, потому что перевернутая картина — это уже со стороны, да? Ты же смотришь, ты ее не узнаешь. Твоя, не твоя, но ты ее не узнаешь. То есть избегать нужно профессионального сообщества в хорошем смысле слова. То есть если доброжелательный совет, доброжелательный, то с этим человеком общаться. Если малейшая критика, безжалостная критика, сразу уходить от такого общения, потому что ничего хорошего эта критика не плодотворит. Вопросы там не появились? Да, да. Я давно пишу маслом, и достаточно неплохо. Но до сих пор каждый раз страх начать. Я чаще всего начинаю, делаю перерыв и не могу вернуться. О, это не только у вас. Это у всех подряд. И я рассказывал уже, что Моне, например, ставил 10 работ перед собой, которые он уже писал. И вот он ставил 10, и 10 работ одновременно заканчивал. Понятно, что здесь есть уже такое бездушие, да? Ну, то есть, красивый элемент нашел, растиражировал на остальные. То есть, это нормально, когда трудно обратиться к недоделанной работе. Поэтому, вот, скажем, импрессионисты нашли такой замечательный способ писать за один раз. Как бы набросковую живопись оставлять как законченную. Это выход из положения. Ставить себе временные сроки. То есть, картина должна быть написана за 4 часа. Хочешь, не хочешь. Это способ не мучить. Есть люди, которые, наоборот, любят вылизывать картину, но их 1/10. И, скорее всего, вы не один из них. Поэтому ищите вот такие темпераментные способы решения задачи. В конце концов, она в наше время такая набросковая а-ля импрессионизм живопись или экспрессионизм вполне котируется, вполне уместно. Ну, а если у вас, если вы такой перфекционист, что хочется дописывать, работайте на четверку, не работайте на пятерку. Пятерка может нечаянно случиться, пока вы будете дописывать, смотрите, получилось. А когда работаешь на пятерку, конечно, тоска зеленая, и не хочется начинать и браться. Начинать вообще очень легко, столько надежд всегда. Если вы боитесь холста, смочите его разбавитель, киньте в него 3 главных цвета, голубой, красный и желтый, и вот так вот все перемешайте. Создайте туман цветной, и тогда пишите там все, что хотите. Оно само уже будет писаться, потому что вы уже тактильно вступили в общение, ну, куда же уже назад. Я пробовала писать акрилом, но благодаря вам я начала писать маслом. У меня такой вопрос. Почему написанная маслом картина, когда высыхает, блестит не полностью? Как это исправить? Залить лаком. Заблестит, как миленькая. Муж сказал, что я бездарность. Ну, я сам не видел. Вообще, 70% мужей, когда пишет его женщина, балдеют от этого.
хвастаются ею. Особенно, когда в некотором уже возрасте женщина, когда уже, в общем-то, похвастаться ее красотой, может, уже не так удается. А она у меня художник, поэтому... Но 30%, да, Ванюки. Очень много вопросов. Мне не нравятся мои картины, это нормально? Нет, это нехорошо. Это как бы немножко неумно, потому что... Ну, что значит, не нравятся мои картины? Вы можете не быть от них в таком восторге щенячьем, но зачем уж так? Ну, допустим, мне может не нравиться мой рост. Ну зачем уж так? Мне кажется, это хороший нрав на пользу даже художнику. Можно ли продавать картины как свои, если писал в студии и брал помощь преподавателя? Надо ли об этом говорить при продаже? Как корректно себя вести? Ой, какие же вы пугливые. Конечно, можно. Можно продавать и не обязательно говорить. Потому что вообще, если вы писали с помощью преподавателя, с этими, но знаете, что вы много души вложили, подписались и с чистой совестью. Потому что, ну что ж, покупатель скажет, а, это работа ученика, это написано в этой студии. Я поэтому своим всегда советую. Обо мне ни-ни. Чтобы обо мне трёпа не было. Как бороться с пиратами? Ой, знал бы, что-то крови было течь. Очень болезненно отношусь к критике. Что делать? Ну, вот опять же, ну, это как вот, я вот сказал, с ростом. Ну, что, ну, кто-то говорит, а, это тот, который пониже, да? Тот, который потолще. Ну, что? Критик, две критики. Одна доброжелательная, и она сразу видна. Она вместе с советом, с извинением критика. А другая беспардонная и жестокая, которая не дает никакой надежды. Ну, с этими людьми сразу прекращать. Как вы относитесь к картинам по номерам? Никак. Ну, кто-то так время проводит, кто-то в игры играет, электронные там какие-то. Каким слоем лучше писать маслом? Тонким или более толстым, жирнее? Так, это уже не по теме. А по теме вот что. Я долго говорил, а теперь уже предпринял идею институт живописи за 100 дней. И первый вклад в этот проект сделал здесь и сейчас, что я вам и презентую. Есть первые три урока, где я знакомлю с самим материалом, краской, перечнем того, что необходимо для работы здесь и сейчас. И первые 8 задач, то есть первые три урока это как бы вступление, а после них еще 7 задач, которые трудно не выполнить. То есть если последовательно идти, их трудно не выполнить. Если быть внимательным, их трудно не выполнить. Поэтому те, кто вот в страхе, вот у меня уже несколько человек написали, слушайте, я уже так давно пишу с вами ваши картины, ну, по вашим урокам, а вот купила, просмотрела, как жалко, что я раньше не просмотрела. То есть, вроде бы я пытаюсь быть максимально понятным. А что значит понятно? Ну, кстати, интересный момент. У меня был приятель, который тоже захотел давать уроки. Ну, как бы, общение с людьми, много чего дают уроки. Ну, и кому-то и поделиться хочется каким-то уже накопленным. И как-то он позвал тех, кто спрашивал его об этом, позвал в мастерскую. И одна женщина упала в обморок от волнения. Он приходит и говорит, слушай, Сахар, почему так? Почему у тебя не счастливые уходят с урока, а у меня одна упала в обморок, другие просто расстроены. И я говорю, а что ты сделал?
Ну вот я сделал вот. Я говорю, покажи палитру. Ну, в тот же день он достал вот такую гигантскую палитру, на которой было 30 цветов. Иной художник может упасть в обморок. Потому что каждый художник выбирает себе какие-то любимые там десяток цветов. А все остальные, ну так вот вдруг. Нет, в этой задаче я, пожалуй, возьму дополнительный цвет. Или два дополнительных цвета. А в общем-то все крутится вокруг скупой палитры. Я говорю, ты уж, конечно, можно сойти с ума. 30 красок выдавить на палитру. Ты же сам ими не пользуешься в одной картине. Ему показалось, что это вот показать всю полноту. Ну, там он еще ряд ошибок совершил. Так вот, со мной этого не будет. У вас в первых уроках будет 3 цвета и белила. Ну, по тени. Потом будет добавляться. Четвертый, пятый, и так в десяток и войдем. Все же там. По теме пока не пишут. А, и что самое главное. Мы создадим, уже создали, закрытую группу. И те из вас, кто приобрел эти 10 первых шагов, смогут выставлять в альбомах там картина, альбом, картина, альбом. То есть вы сможете, все однородные картины будут. То есть вы сможете себя сопоставить с другими, а я буду постоянно их просматривать, ну, наверное, хотя бы раз в 3 недели, если у вас будет так, более-менее числом, изменение числом, чуть-чуть там месяц, каждый месяц, буду просматривать и рассказывать, что вы приметили, что, где вы были внимательны, где вы не были внимательны. Но я же говорю, что задачи, вот эти первые, которые входят в первые 10 шагов, там, их трудно не выполнить. И при этом все они картины. Они простые, но очень милые. Я подобрал так и изощрился. Следующая будет работа со старыми мастерами. Копии старых мастеров. Их будет 10, потому что старые мастера в основном упирались в портрет. Далеко не все из вас хотят портрет. Но, тем не менее, там будет и Вазовский, и Шишкин. Такого рода. Натюрморт будет голландский. И потом уже современные мастера. А потом уже начнем специализацию, кто на портрет, кто на пейзаж, кто на тематические конкретные пейзажи, кто на натюрморт, вот, кто на фигуру. Вот, и будем с вами работать вплотную, я как учитель, вы как ученики. Это в долгую. В долгую это в том смысле, что 100 шагов, условно это 100 дней. Хотя, скорее всего, оно, поскольку вы не можете этим каждый день заниматься, то, скорее всего, будет выстраиваться в год. Но это фактически год за 10, потому что художник воспитывается часто 4 года в художественной школе, в детской, 4 года в училище, 5 лет в институте. Вот это все я максимально попытался собрать, для того, чтобы выйти в люди как художник в 100 дней. Если что-то еще я не сказал, может... А о том, что прямо сегодня уже стартует продажа? Да, уже сегодня 10 шагов. Будет готов последний сверстан, последнее видео Машенька доделает. Пожалуйста, у Сашеньки покупайте эти видео. 10, да, 10. Но там есть отсек 3, для тех, кто вот совсем всего боится еще, вот там красочки боится. Там этот отсек в 3 урока, можете его покупать, если просто посмотреть, а хочу ли я этой самой живописи. Может, мне не понравится даже сама палитра не понравится. Есть какие-то вопросы? По теме нет. Только по теме. Игорь, не получается понять по видео, какая правильная консистенция укрывочного слоя. Ну вот сейчас мы будем достаточно подробно эти вещи. То есть вы сейчас, ну, долгое время я делал вот эти более-менее сложные задачи. Уже 200 видео сделал. А сейчас мы будем от простого к сложному, с большей подробностью. Там постоянно палитра видна. Там палитра и картина. И вот
Там не увидеть невозможно. Там даже ракурса у палитры нет, она просто... Я боюсь писать картины не по вашим урокам. И правильно. Не разминь. Ну, теперь вы можете опять же начать буквально с нуля. Но опять же, я же говорю, уже четвертый урок – это полноценная картина. Ну, просто она небольшого размера и легкая-легкая. Много вопросов, какая будет цена курса? 4500, да? Угу. 10 этих уроков, 4500. Первые три – полторы. Ну, соответственно. Первые три – это те, которые вот только с красочкой познакомятся и там виноградик нарисовать. Хочу картины светлее, в основном у всех темнота, а у вас наиболее светлая и нежная. Ну вот и хорошо. И тут вопрос, останутся ли они в постоянном доступе? Да, останутся. Да, доступ пожизненный. Да, еще на несколько дней. Ну да. Ну и самое главное, это возможность вам сверять себя с другими и получать мои консультации постоянно, каждый следующий урок. То есть я буду все это комментировать. А вы будете видеть, насколько вы внимательны или нет. Вот я сегодня рассказала о девушке, которую мне показали ее работу. Первую работу маслом. Никогда не рисовала. Только вот вышивала. И чудо. Ну просто чудо. То есть, значит, я хорошо объяснил. Я так понимаю. Ну, потому что и у других тоже она получилась. Но у этой прям вообще идеально. Я говорю, подписался бы не глядя. Ну, посмотрел и подписался. А будут уроки по смешиванию красок? Так это вот и есть уроки по смешиванию красок. Там основная масса сделана 3-4 цветами. Но это все, это главные цвета. То есть ими творится вся живопись. А все остальное фактически вспомогательное. Ну, и первые несколько уроков это как раз работа с палитрой. Да, именно работа с палитрой. Можно в любой момент начать курс или будет определенный... В любой момент. Я буду посмотреть. Значит, с этим я вот от какой-то даты, с этим я уже поговорил. Теперь вот новые заселились в альбом, новые работы. Я их прокомментировал. Захожу в следующий альбом, прокомментировал следующие. И вот так будем наращивать наше общение. И, конечно, начало не будет зависеть от начала никак. А тем более, что будет публиковаться в этом же, в этой закрытой группе, будет публиковаться каждое мое... То есть вы можете прослушать, как другие были, как просмотр прошел с другими, работами других из вас. Спрашивают, три урока с виноградом тоже входят в 10 шагов, да? Да, да. Это первые три, а потом еще 7 уже конкретные картинки. Ну и, наверное, последний вопрос. Это ВКонтакте будет проходить? Да. Для Украины это будет WhatsApp, потому что там у них нет контакта. А для всех остальных, да, вам придется зайти, зарегистрироваться в ВКонтакте, если вас нет, и купив, показать Санечке, что вот купила, и она вот запустит закрытую группу. Ну, очень много вопросов, вы все их можете задать по поводу приобретения, задать в директ, написав. И приобрести можно там же. Да, все. Получается все? Да. Ну, за успех.